Сегодня у нас праздник. Торжество инноваций и интересных решений. DigiFlavor, которая отделилась от компании GeekVape, сразу поняла, что для идеального атомайзера необходимо две вещи. Опытный в этой сфере человек и завод. При поддержке RipTrippers на свет появился фараон, и он чудесен. Простенькая на вид коробка скрывает в себе как саму дрипку, так и ремкомплект с парой дриптопов и переходником на 510-й дриптип. В лучших традициях на коробке есть скретч-код для проверки оригинальности атомайзера. Но вернемся к главному, детищу RipTrippers'а. Необычного вида конструкция поначалу пугает, но сейчас обо всем и по порядку. Начнем с того, что фараон — это бак. Да, вы не ослышались, в нижней части базы есть резервуар для 2 мл вашей жидкости. И не беспокойтесь за обдув, он хоть и нижний, но изолирован от жидкости и направлен прямо на намотку. Конструкция базы тоже не банальная. Здесь две площадки для установки намоток. Каждая из них подпружинена и удерживается одним винтом. По замыслу производителя, фараон идеален для одной спирали. Но ничего не мешает сюда поставить и больше. Три слота обдува не дадут клоучестерскую свободную тягу, но зато позволят добиться максимального вкуса. Достигается это за счет пошаговой регулировки обдува. Поворачивая кольцо, вы можете открыть до 3 отверстий, по щелчку фиксации между каждым. Наш идеальный вариант — 7 витков Fused Clapton при 2 открытых отверстиях и 80 ваттах мощности. Хлопок рекомендуем укладывать со знанием меры. Концы должны просто ложиться в резервуар, а не заполнять его. После заправки прикрываем регулировку подачи жидкости, чтобы она слегка касалась хвостов. Так хлопок легко пропитывается, плюс появляется возможность заливать бак, не откручивая корпус. Для этого снимаем дриптоп, наклоняем атомайзер обдувом вверх и капаем по 10-15 капель слева и справа от намотки. Так жидкость попадает на хлопок и потом в резервуар. Никаких протечек, даже из обдува. Гениально и просто. Даже привычные всем проблемы с попаданием конденсата вам в рот здесь решены. DigiFlavor сделали ступеньку в верхней части тела. При всех своих хитростях фараон, конечно, требует некой подготовки для его комфортного использования. Но все, что вас ждет потом — вкус. Это действительно вкусовой бак. Для клоучейзеров он, конечно, не подойдет, но для любителей вкусовых облаков станет идеальным вариантом на повседнев. Мы благодарим Vape Tiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.